Привет! Вначале небольшое объявление. Хотите купить себе мотоцикл? Не торопитесь. Сначала напишите мне, и я познакомлю вас с правильными, а главное проверенными людьми, у которых вы уже сможете купить то, что ищете. Кроме того, если вы скажете, что от меня, то еще и получите скидочку. Ссылка на мой профиль ВК в описании под этим видео. Ну а теперь приятного просмотра! Мы едем, едем, едем. Далекие края. Женя за рулем. Супер крутой Нивы. Серегу не видно там, наверное. Кепочки, чувак, это Серега. Я тоже здесь. Начало большого пути. Turn it up now, make it loud. Listen close to the new sound. People screaming all around, like oh, 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 yeah. Turn it up now, make it loud. We can dance on the new ground. Leave your troubles, we're ready now to go, oh, 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 yeah. This could be a revolution. Your heart keeps on beat, beat, beating. We will be a generation to let it go. I say this could be Bomba. A revolution. Your heart keeps on beat, beat, beating. We will Class. Be a generation. Поднимаемся на хребет, то есть нам по идее надо заехать вот на этот хребет и спуститься в соседнее ущелье. Это Аксаут ущелье, реки Аксаут, а то ущелье Маруха. Ну а следующее за ним уже Архыз. Дорога такая довольно сложная. Камни такие ступенькообразные. Нам-то с Димоном в принципе норм. А Сереге на его красоте без первой передачи особенно весело здесь. Turn it up now, make it loud. Listen close to the new sound. Screaming all around, like oh, 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 yeah. Turn it up now, make it loud. We can dance on the new ground. Leave your troubles, we're ready now to go, oh, 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 yeah. This could be a revolution. Your heart keeps on beat, beat, beating. We will be a generation to let it go. I say this could be a revolution. Your heart keeps on beat, beat, beating. We will be a generation to let it go. Перевал. Да, это вообще.
Пока Серега отдыхает, решили горку штурмануть. У-ху! Это вообще... Вот это кайф! А сзади смотри, какая поворота. Ага. Слушай, ну вон-то по тому хребту тоже можно проехать, да, так-то? Блин, высота тут капец! Комаровское ущелье с перевала, собственно. Перевал высотой 2500. Да, дорожка такая, не расслабишься. Сложно назвать это дорогой. Водопад. По этой дороге мы надеялись спуститься в ущелье реки Маруха, но по факту удалось доехать только до этого водопада. Можно, конечно, было рискнуть и попробовать зарубиться дальше, но мы понимали, что, скорее всего, путь ведет в никуда, а сил и времени на этой тропе мы бы оставили много. Так что было принято решение возвращаться в ущелье Аксау и в качестве разведки проехать по нему вглубь, насколько позволит время. Эта нереально каменистая дорожка вытрясла из нас весь песок. Техники тоже досталось. Вилки засопливили на всех трех мотоциклах, при том, что у меня вообще стояли новые сальники. Зато было офигенно круто и весело. Фух. Ух ты! Не узнаю. Охуеть. Что ты такое? Конь-бык. Да, Серега говорит, это конь-бык. Wake up the stars tonight. We'll be burning on and on. Building a brighter light where no one knows a place untold. Доехав до гостевого дома, полюбовавшись видами, мы развернулись в обратный путь, ведь солнце уже пряталось за вершинами местных гор. В итоге это получилось отличное, хоть и небольшое путешествие в горы. Одного дня, конечно, было мало, и хотелось остаться еще. Ну что ж, в 2018 придется повторить, и думаю, не один раз, и не на один день. А тем временем, в лагере нас ждал уютный вечер под костер, шашлычок под коньячок, и Димон с сигарой и важным видом. Ну и конечно же, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и группу, а также группу наших друзей «Привет, я сейчас за рулем мотоцикла». Все ссылочки, как всегда, в описании под видео. Отдельное спасибо Александру за одолженный прицеп. До новых встреч!